Добрый день! Сегодня на обозрение спирея или атриса видны. Посмотрите, на кусту есть и отцветшие соцветия, и зацветающие. Здесь был удален побег, верхушка, которая отцвела. Вот, и он пошел заново цвести. Опять можно повторить. Вот здесь оно было удалено, вот в этой сердцевинке. Все отцвело, и можно опять удалить. Смотрите, что я делаю. Я удаляю вот этот отцветший побежек. Сейчас, минуточку перехвачу. До следующего узла, там, где побег начинает разветвляться. Вот, посмотрите. Я сейчас сниму. Вот, можно было бы вот этот еще захватить. Я ее захвачу. А дальше, видите, молодые побеги. До зимы еще далеко. Сейчас конец июля. 29 число. И они спокойно смогут порасти, еще нас порадовать новыми цветочками. Вот. Потому что, смотрите, неделю назад я отрезала вот эти соцветия. Посмотрите. Вокруг, да, совершенно новые, хорошие кустики. Вот. Видите, смотрите, тоже отрезала на пенечек, да. Вокруг у меня есть побеги. Вот. Кустик у меня здесь лавочки затеняет. Хорошо вечером сидеть. Вот. Здесь соседский дом. Он декорирует стену. Вот. И когда было массовое цветение, здесь вообще, конечно, было шикарно. Вот. Но мы продлеваем жизнь, потому что некоторые побежки, видите, уже тоже обсыпаются. К осени готовятся. Можно удалить все отцветшие, да, все, которые отцвели. Да, чтобы вот дать силу вот этим, не завязывали, чтобы семена. Вот. Ну, соответственно, те, которые вам не нравятся. Ну, вдруг не понравились вот эти, да, вот. Отсвечу, вот видите, один буквально ветка, и она старая. Потому что на новых, посмотрите, это крупные листики. На старых мелкие листики, достаточно мелкие. Вот. И еще. Если дождаться, что семена все-таки осыпятся, то на следующий год, возможно, вокруг вашего кустика появятся новые кустики. Поэтому я делаю так. Или в компостную кучу соцветия и веточки отправляю. Или соцветия отправляю вдоль дома. Вот вдоль стены. Вот. Ну, чтобы они там, может быть, перезимовали. И на следующий год порадовали меня новым кустиком спиреи. Было бы замечательно задекорировать еще дальше стену.